Здравствуйте, господа. Стадион замер в ожидании интереснейшего матча. Он начнется вот-вот, и для вас уже работают ваши комментаторы Василий Уткин и Василий Соловьев. Добрый вечер, Василий. Добрый вечер, друзья. Сегодня мы очень серьезно готовились к этому. Руй Кошта. Стеной стоят защитники и вряд ли позволят атаке закончиться голом. Бояр. Сможет ли он забить? Попал в вратарю. Тяжело в учении, легко в бою. Так говорится. Вратарь этой команды на тренировках не бездельничает. Мяч взят. Мяч в ворота. Многие болельщики приехали на этот матч издалека, и тут их любимцы пропускают гол в свои ворота. Пятая минута и 1-0. Лео. Драгунец. Да, это был опасный прием, однако можно продолжать показывать судья. Будет гол! Это гол! Удобную позицию для удара вам никто никогда не подарит. Ее нужно выбрать и завоевать, что он и сделал. А в итоге мы получаем фантастический гол. И все-таки он забивает. Я уж думал, до утра станет бить. Очень трудно защитнику успеть за таким резким форвардом. Лузао. Ну-ну! Вратарь отбивает, но ситуация остается опасной. Хорошо держится мяч на фланге, но пора пасовать. Фланговый навес. Пас. Вот этот никогда не боялся опеки. Теперь понимаете почему? Бей же! Бояр. Очень своевременный перехват. Руй Кошта. О, хороший пас. Атака захлебывается. Симао. Вот у этого игрока поучиться владеть мячом-то. Команда идет к штрафной. Организованная, дисциплинированная игра в обороне. Он теряет мяч. Какая красивая игра. Какой дриблинг. Подача. Николи. Хороший пас. Нуну Гомеш. Вау! Вся команда благодарит его. Голкипер посылает мяч вперед. Защита не дремлет. Нуну Гомеш. Я думал, ошибется. Бояр. Нужно забивать. И еще. Даю советы. Если вы хотите обмануть самого профессионального вратаря, бейте в нижний угол ворот. Взять такой мяч невозможно. Ну, практически невозможно. Надо бы
посчитать, сколько мячей забит этим футболистом с сильной ноги, а сколько с той, которую мы считаем слабой. Микколев. Мяч перехвачен. Хороший пас, но рискованный. Могли перехватить. Затягивается комбинация. Защитники буквально теряются среди игроков нападения. Нуну Гомеш. Мяч как будто приклеен к ногам. И он штрафной. Гол. Конечно, в первом тайме счет сократился до двух мячей, но этого пока недостаточно, чтобы даже передохнуть. И все равно гол. И все равно гол. Терпение и труд все перетрут. Нужно опередить голкипера. И мяч словно прилипает к перчатке вратаря. Мяч уходит на угловой. Мяч зависает на штрафной. Подача прямо в руки вратаря. Вратарь сильно бьет по мячу. Пока летел мяч, вратарь мог успеть выпить чашечку кофе, выкурить сигарку и потом уже поймать мяч. Не перестаю удивляться классной игре голкипера. Он практически всегда там, где нужно. Команда полностью перешла на чужую половину поля. Отличный шанс. Ничего. Несколько минут назад он уже доказал, что умеет забивать. Сейчас переживем и промах. Давай, вся команда на тебя смотрит. И еще один гол. Вот такой футбол я называю настоящим натиском. Агрессивная атака, активная игра. Кажется, я даже догадываюсь, кто будет победителем. Прекрасную игру демонстрирует сегодня этот футболист. Он забивает уже второй мяч. Мяч у вратаря. Памятник вратарю. И мяч уходит. Да, это угловой. Реальный шанс переправить мяч к воротам. Замечательная подача в развитии атаки. Нам предстоит вбрасывание мяча. Микколев. Рагонес. Первого тайма, но матч, можно сказать, уже окончен. 4-1. Очень трудно спасти игру. Гол Коста. Рагонес. Нуну Гомеш. Очень выгодное положение. Вратарь не удержал мяч. Бойер. Как вовремя. Симао. Нуну Гомеш. Прекрасная возможность. Мяч в игре. Ну-ну! Это должен быть гол. Перекладина. Мяч в игре. Красивый перевод мяча вперед. Атака развивается поступательно, но важно быстро принимать решение. И промах. Но один гол-то он уже забил. Чего ему стыдиться?
мяч. Понятно, что команда приходит к прессингу, но у этого игрока даже мяча-то не было. Что у него отбирать? Защитник не позволил провести удар. Продолжается атака. И он теряет мяч. Ну-ну! Ну бей же! Голкипер берет этот мяч. Пусть замечательный пас. Давай же, не упусти этот шанс. Какая четкая игра. Удар нанесен с близкого расстояния, но голкипер смог спасти свои ворота. Голкипер сыграл на грани возможного. Только так можно спасти ворота своей команды. Ну-ну! Удар в защитной груди принимает мяч. Бояр. Пора завершать атаку. Сумеет ли он прорваться к воротам? Не сумел построить мяч под рабочую ногу. А игроку не стоит переживать по этому поводу. Все мы имеем право на ошибки. Нуну Гомеш. Быстро сыграно. И этот пас принят. Пора защитникам поработать. Мяч на штрафной. Нет, терять мяч в такой опасной близости от ворот непростительно. Руль Кошта. Бояр. Теперь только вратарь перед ним. Руль Кошта. Арбитр показывает, продолжайте, продолжайте. Нуну Гомеш. Да, он знает свое дело. Великолепный, хороший гол. Такие случаи говорят, гол престижа. Счет 4-2. Кажется, у них появляется шанс. За этот гол нужно сказать спасибо арбитру. Он не остановил игру, и в результате мяч в ворота. Игрок делает дубль. Его день сегодня. Гомеш. Надо продолжать игру. Точно. Похоже, команда поймала ритм. Игроки превосходно чувствуют друг друга. Идет жесткая, а временами, как сейчас, и грубая борьба на футбольном поле. А на повторе эта агрессивная игра кажется еще более опасной. Ну, явный же фол здесь. Как можно пропускать такое грубое нарушение правил? Эй, судья, где карточки? Футболист сыграл прямо в голову сопернику и отделался в общем-то легким исходом. И мяч в руках вратаря. Мяч попадает на это еще Очень хорошо помню слова одного мудрого тренера. Бейте сильно и низко. Голкиперы практически бессильны перед такими ударами. Этот гол тому подтверждение. Несмотря на неудачные попытки, игрок не сдался и все-таки поразил цель. Руль Кошта. Нет, с помощью таких подкатов можно только кожу на коленке содрать. Мяч не отберешь. Потеря. Бояр. Главное не заигрываться в этой ситуации. Карагонес. Да, мяч у него отнять непросто. Владеет длинным пасом этот защитник. Многообещающая подача. Не проблема для этого вратаря. Ну что, будет сейчас гол? Мяч летит слишком высоко и слишком мимо ворот. Команда
команда хочет одержать еще более уверенную победу. Нуну Гомеш. Какая мощная защита. Вот это красивый пас. Идеальная точность. Хороший темп игры. В сложной ситуации футболист. Ну что же, гол теперь, да? Нога у него, что ли, опорная поехала. Такой неточный, такой слабый удар. Удар от ворот. Нуну Гомеш. Надо же, сколько игроков участвует в атаке. Блестящий бросок. Удары по воротам следуют один за другим, один за другим. Голкипер дух не может перевести. Подавляет.